Приветствую вас, Никита. Я думаю, что вообще есть очень хороший способ, который вы почему-то не рассматриваете. Вот, этот способ касается, собственно, обращения вас двоих к психологу на консультацию. Вот. То есть вы просто вдвоем обращаетесь к специалисту и разбираете то, что вас беспокоит. Причины ссор, проблемы и прочее. Вот. Насколько я знаю, в моей как бы практике, исходя из своих знаний, раздельное проживание не помогает решать проблемы. Но это все говорю, потому что проблемы, они же куда-то туда не деваются. Вот это избегание, просто избегание проблем. Я не очень понимаю, почему при наличии, как вы говорите, сложности, вы вместо того, чтобы обратиться к психологу, собственно, и разобраться в себе и друг друге, вы просто решаете пожить отдельно, просто не делать ничего. Это странно. Дальше. Значит, ссоры. В первую очередь, из-за чего происходят ссоры? Какой лично вы, Никита, внести вклад в ссору? Это важно. Прочитайте про психологическую игру «Скандал». Вот. И, может быть, перекидывание горячей картофелины в интернете. Так и напишите. Вот. Это первое. Что хочу сказать. Второе. Проблемы в интимной сфере – это проблемы доверия. Вот, то есть, ну, доверия друг другу. А значит, проблема доверия себе самому. То есть, у вас где-то, вероятно, есть проблема доверия самому себе. То есть, есть определенная неуверенность. Вот. При том, что неуверенность в себе – это норма, ну, как бы, уверенность, точнее, в себе, это иллюзия, да, уверенность, это иллюзия, потому что уверенным, наверное, ни в чем нельзя быть, вот, но у вас идет непринятие опыта, нового, получения нового опыта, вот. То есть тут либо какие-то страхи, либо определенные установки догматического плана, то есть тут тоже нужно разбираться, вот. Дальше. Значит, так, были сильные ссоры, ну опять же, да, вот вы говорите, были сильные ссоры, а из-за чего, непонятно. Дальше. Вы говорите, что любите, значит, девушку, вот. Что вы вкладываете, вот понятие люблю, что вы в это вкладываете, это важно. Мне кажется, вот, ну потому что, типа, любовь это чувство -то достаточно серьезное, вот, и было бы неплохо, если бы вы как-то вот, поисследовали бы его, да, что это значит, что это за чувство, что оно из себя представляет это чувство. Именно в вашем случае. Понимаете, да? Что я имею в виду. Дальше. Так, я тоже люблю, как один из вариантов. Если мне стараться, должен пожить отдельно, потому что общаться в понятном сильном отношении, когда находится на месте, то чувство так не работает. А психологи такой способ рекомендуют. Смотря какие психологи. Знаете, смотря какие психологи. Психологов есть разные подход, разные школы и так далее. Вот я могу сказать, что с точки зрения моей философии, моей школы, это не способ вообще. То есть как бы, ну, никакие проблемы не решаются таким образом. Вот. При этом, как это работает? То есть, типа, вот, вы начинаете жить отдельно,
да, допустим, 30 дней. Типа, прожили 25 дней, типа, нет, надо еще 5. 5 это, ну, даже звучит сомнительно немного. Вот. Поэтому, понимаете, когда человека любишь, да, как-то, опять же, в моей вселенной происходит. Когда человека любишь, то хочешь для него что-то сделать. Хочешь для него что-то делать. Странно немного. Нет, можно, конечно. Если, типа, знаешь, вот, я хочу пожить отдельно, потому что я понял, что мне что-то в отношениях некомфортно. Например, туда. Тут спору нет. Пожить отдельно, может быть, нужно. Но вот в том контексте, в котором вы об этом говорите, это выглядит странно. Поэтому, если вы друг друга любите, то вам стоило бы спросить себя. Знаете, что спросить? Спросить себя следовало бы следующее. Что я могу сделать для человека? Или что я хочу сделать для человека? Вот в контекст как бы своих чувств к нему. Вот что важно. И уже, условно говоря, опираясь на это, на то, что вы готовы сделать для человека. И это уже нужно исходить. Мне кажется, что функциональная сложность в том, что вы пытаетесь сделать больше, чем хотите. То есть, ну, требуете от себя, как бы, больше, чем хотите. Я не знаю, может быть, я могу ошибаться. Я, честно, я не знаю. Может быть, я не прав. Но выглядит все это вот именно в таком ключе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь на ваш отклик.